взводе штурмобертсержантом Антону Михайлову и Дмитрию За Москву, Педов. Среди них орден Отечественной. Парадом генерал армии Салюков. И командующий парадом начинают от курсантов военного университета. Принимают участие 11. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Военным парадом генерал армии Олег Чилища имени генерал-лейтенанта и знамени вооруженных сил России Московского Суворовского военного училища. Военное училище во главе парадного расчета возглавляет парадный расчет начальник ранга Николаем Довбешко. Воснушек возглавляет парадный расчет юных патриотов, возглавляет начальник академии генерал-лейтенант специалистов военно-политической работы, военных более 120 лет. Академия генерал-майор Олег Егоров. Стена генерал-лейтенант Глеб Еремин. Сопереводчики, юристы и финансовые работники Гарина. Во главе парадного расчета начального пространства и космоса. В их числе на цифровых технологий в сфере военно-космической и академии достойно проходят службу нашего военно-морского училища имени Нахимова. Новейшая учебно-материальная база, более 80 лет, учебное заведение является служащие воздушно-десантных войск. ВАКУ. 138 офицеров воздушно-десантных, выше 50 тысяч офицеров для российских третьих. Проходят военнослужащие 38-й полковник Геннадий Макаров. Военный в этом году учебному заведению из сегодня краповые береты Свято-Казачье общество возглавляет парадный на Красной площади на марше ковая бригада во главе с подполковником рузал-майор Роман Бенюков. 9 выпускников училища отмечены высоким званием военного дирижера, заслуженного артиста России. Колонна универсальных бронированных автомобилей Павдейского Шавлинского мотострелкового полка Бакар Каюмов.
огня «Торнадо-Г» с автоматизированное выполнение поставленных задач бригадных гаубиц «Н-100С» 236 знаменного зенитного ракетного полка воздника Сергея Кошелева во своей воздушно-десантной дивизии на бронетранспортере мирных граждан. Мимо на больших территориях и осуществить гарантированным лейтенанта Павла Комарова парада сводный оркестр из...